вы чувствуете, как накален воздух детей? Так что готовьте свои камеры и фотоаппараты. Не знаю.
новую тему, чтобы народ весь заводить. С Полей Пасхой мы запишем танцевальный суперхит. А по мне весь мир услышит, вся страна заговорит. Папа Божий на девчонке что-нибудь везде всегда и не виса никогда. За меня мечтая, только очень я упрямо, поддаваться нельзя. Все на сцене выступают, чтоб цветы всегда дали, обогреть говорили. Хочу ставить, чтоб с ними наши документы на запах не смогли. И этого у меня отличали, с табличкой 007. Я буду лучше изначально.
еще совсем не выяснила, а вот эти что за дети? Вот. И вот он настал, этот сказочный миг. Моргнуть не успели, как он нас настиг. Ты слышишь, за окнами птицы поют. Трава зеленеет, деревья цветут. Это все тебе, моя родная, вокруг. Весь мир и улыбки, друзей и подруг. В сердечке своем ты тепло сохрани. И в гости с друзьями сюда приходи. Запомни всех тех, кто любил здесь тебя. Ты встретила заботу, тепло и уют. Здесь добрые люди и сказки живут. Смелее вперед, завтра новая жизнь. Возьми мою руку и крепче держись. Мои пальцы тихонько сожми, в своих темных.
на праздник был. Праздник просто замечательный, такой волнительный. Так жалко с вами расставаться, ребята. Вы такие красивые, выросли. Всем привет. Меня зовут Владимир Ашуков. Спасибо воспитателям. Да. Воспитатели, работа. Это та еще забота. Надо сопли вытирать, надо песни танцевать, расчесывать, поцеловать, накормить его, качать. Тот смеется, тот рыдает, этот палкой всех гоняет. А вы знаете, что это всем удивительно. Просто одним ходить трудно, а вас их не счесть. Да сколько ж глаз-то нужно? Да и рук нужно так 6. Вы спокойно за детей, за своих карандашей. Вам спасибо от души и поклоном до земли. Напутствие первокласснику. Присвоено знание первокласснику. Навстречу знаниям спеши, читай, грамотно пиши, задачки сложные решай, трудись и старших уважай. Не отвлекайся, не ленись, всегда старательно учись. Умей дружить, ищи свой путь, и званием достойный будь. Ура! Снимается. Диплом. Диплом вручается Тришкиной Ольге. Когда вы загадаете желание, вы свой воздушный шарик отпустите в небо. И мы верим, что ваши желания
вам раздадим по одному шарику.